Глава 9 книги пророка Амоса. «Видел я Господа стоящим над жертвенником, и Он сказал, «Ударь в притолоку над воротами, чтобы потряслись косяки, и обрушь их на головы всех их, а остальных же из них я поражу мечом. Не убежит у них никто бегущий, и не спасется из них никто, желающий спастись». Хотя бы они зарылись в преисподнюю, и оттуда рука моя возьмет их, хотя бы взошли на небо, и оттуда свергну их. И хотя бы они скрылись на вершине Кармила, и там отыщу и возьму их, хотя бы сокрылись от очей моих на дне моря, и там повелю морскому змею уязвить их. И если пойдут в плен впереди врагов своих, то повелю мечу и там убить их. Обращу на них очи мои на беду им, а не во благо. Ибо Господь Бог Саваоф коснется земли, и она растает, и восплачут все живущие на ней, и поднимется вся она, как река, и опустится, как река египетская. Он устроил горние чертоги свои на небесах, и свод свой утвердил на земле, призывает воды морские и изливает их по лицу земли. Господь — имя Ему. Не таковы ли, как сыны Ефиоплян, и вы для меня, сыны Израилевы, говорит Господь? Не я ли вывел Израиля из земли египетской, и филистимлян из Кафтора, и арамлян из Каира? Вот очи Господа Бога на грешное царство, и я истреблю его с лица земли. Но дом Иакова не совсем истреблю, говорит Господь. Ибо вот я повелю и рассыплю дом Израилев по всем народам, как рассыпают зерна в решете, и ни одно не падает на землю. От меча умрут все грешники из народа моего, которые говорят, не постигнет нас, и не придет к нам это бедствие. В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней, и разрушенное восстановлю. И устрою ее, как в дни древние, чтобы они овладели остатком Едома и всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все это. Вот наступают дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград — сеятеля, и горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут. И возвращу из плена народ мой Израиля, и застроят опустевшие города, и поселятся в них, насадят виноградники и будут пить вино из них, разведут сады и станут есть плоды из них, и водворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли своей, которую я дал им, говорит Господь Бог твой».